По благословению высокопреосвященнейшего Лазаря, митрополита Симферопольского и Крымского, в Севастополь прибыла чудотворная икона святителя Николая из Свято-Николаевского пустынно-Рыхловского мужского монастыря. У Свято-Владимирского собора в Херсонесе чудотворную икону встречали благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта, духовенство округа, жители и гости города. В храме Свято-Владимирского кафедрального собора перед иконой был совершен молебен. Чудотворная икона имеет благодатную силу исцелять неизлечимые инфекционные болезни. В 1848 году во время эпидемии холеры в городе Коропе Черниговской епархии священнику Михайловского храма явился во сне святитель Николай и повелел принести икону в город, что и было исполнено. Встреченная всеми жителями святая икона была доставлена в храм, а на следующий день пронесена крестным ходом вокруг города. Эпидемия холеры прекратилась. Святителя Николая почитает вся Вселенская Церковь. Каждый хотя бы раз в жизни обращался к этому угоднику Божьему с молитвой о помощи и получал просимое. Молитва святителю Николаю – это молитва слышимая и по молитве нашей исполняемая наше воздыхание. Я всем вам сегодня желаю, чтобы каждый по вере своей, приложившись к этому чудотворному образу святителя Николая, получил то просимое в своей жизни, прежде всего спасение души и все остальное, что необходимо для этой временной жизни. Евгения Константинова, Анатолий Кукса, телекомпания «Корсунь», пресс-служба Севастопольского благочиния.